Какой Путин? Это ничтожество, мелкий трус. Он сейчас дрожит за свою жизнь. Ради своей жизни готов положить пол России. Закрыли рот людям, сажают, издеваются, объявляют иностранными агентами. Бежали оттуда цвет России, цвет интеллигенции бежал. Как могло случиться, что он из ничего, вот этот из петербургской подворотни, хулигана такого, вытащили, поставили во главе такого государства. И Путин развязал новую войну. Но это идет к концу. И верю я в другую Россию. Нужно покаяние. И через покаяние, кстати, как немцы прошли, через покаяние к современному демократическому государству. Это должна Россия пройти. Это самолет, на котором летали летчики моего полка, начиная с 43-го года. Мы их получали из Америки. Американцы дали все. Яичный порошок, свиную тушенку. У нас была полуголодная армия. Все дали. От пищи до одежды. Летное обмундирование, все американское. Прекрасные комбинезоны, утепленные, замечательные. Аппаратура, оборудование самолетов американское. Оружие тоже. Спасла Америка, Советский Союз, честно говоря. Спасла. Если бы не ленд-лиз, не американское оружие и американские продукты, мы бы не могли эту войну. Может быть, выиграли бы когда-нибудь, там еще 2-3 года в море крови потопили бы страну. Страшно дорогой ценой досталась эта победа.